У меня был один прыжок интересный. Перед этим прыжком прошел сильнейший ливень. А я служил на юге Молдавии, Украины. И там степи, да, большие поля, степи. И вот мощнейший ливень прошел, а на степи такая вот такой толщины примерно грязь. А, когда после этой, после дождя такой вот толщины грязь. Это пыль прибивается. Пыль прибивается, такая грязь, такая она жирная-жирная грязь. А, я выпрыгнул, лечу и смотрю, какое-то что-то такое блестит внизу. Что же такое блестит? Солнышко светит, блестит. Думаю, дай-ка я маленько там подрулю. Такие парашюты у нас были, они можно было им управлять, не спортивный парашют, но тем не менее управляемые парашюты были. Я туда подлетел, смотрю, блестит. Ну, что ж такое это блестит? Меня относят в сторону. Я еще ближе подлетаю. Смотрю, блестит все больше, больше, больше. Когда уже до меня начало доходить, что это огромная лужа, управлять уже парашютом было бесполезно. На самом деле это была не лужа, а вот это вот, вот столько воды и вот столько грязи. И меня как я в эту грязь, вот, значит, там чуть ли не по колено вляпался. Меня порывом ветра рвануло парашют. Я его не успел погасить. И меня за этим парашютом потащило по всей этой грязи. Пока меня тащило, меня открыла запаска. Запаска тоже вся в грязи. Я когда вылез из этой грязи, ко мне подошел там наш командир взвода, который все это дело наблюдал, офицер, он тоже, офицеры тоже прыгали. Говорит, ну ты дятел, ну ты, не буду говорить, какими словами не отзывал, на всей площадке, на всей площадке приземления была единственная лужа. И ты в эту лужу умудрился, значит, попасть. При помощи крепких армейских выражений. Да, крепких армейских выражений. Потом мы всем нашим взводом отмывали мои парашюты. А парашюты же огромные, не просто так. Мы носили его на озеро, там лиманы были, вот на этих лиманах мы отмывали. Ну, кстати, тоже хорошо, хорошо, мы хорошо провели время, заодно и покупались на этом лимане. Кстати, раз зашла речь о таких выражениях, а вы в жизни материтесь? Ну, очень не хочется, но достаточно иногда бывает. А что должно произойти, чтобы вылетело крепкое слово у вас? Ну, если подчиненному несколько раз сказал одно и то же, он вроде как понял, но ничего не сделал, а потом еще раз ему сказал, но опять не понял и не сделал. Когда уже в третий раз, тогда уже иногда хочется.